Всем привет, ребят. Для начала, всем хочу сказать огромное спасибо. Вы супер, вы молодцы за такую огромную поддержку маленького канала. Вот буквально на прошлой неделе у нас был небольшой, так сказать, марафон в плане первой отметки. Мы достигли на канале количество более 100 подписчиков. Вот, поэтому мне бы хотелось поблагодарить просто всех. Всех, кто подписывается, всех, кто ставит лайки, всех, кто пишет комменты. Это на самом деле очень приятно, особенно открывая даже просто статистику канала, смотреть количество просмотров. Вот, это все безумно ваша заслуга, поэтому я огромно благодарен всем вам за всю вот эту вот активность. Вы меня более мотивируете этим делать новые видосы и продолжать сражаться в нашу прекрасную игру. Вот, поэтому огромное всем спасибо. Надеюсь, будем и дальше продвигаться. Вот, но сегодня короткий видос. Я бы хотел записать по поводу составной способности. Вот здесь она у меня, правда, немножко в скринах, но я ее немножко открыл в понедельник. А вот, но видос не получалось сделать в тот момент. Ну, суть в чем? Как вы уже поняли, да, то есть из предыдущего ролика я рассказывал о том, что у нас составные способности появились, они в принципе аналогичны тем же способностям, которые у нас есть в лаборатории Хопнес. Единственное отличие только в том, что их можно, соответственно, так сказать, поднимать им уровень, да, то есть переводить из одного цвета в другой, улучшать их, и, соответственно, мы с вами можем дополнительно еще одну способность, либо навык, либо бонус нацепить на героя. Что довольно-таки неплохо. Но здесь, как мы уже в комментариях обсуждали, те бонусы, да, которые мы получаем, белого цвета обычно, да, то есть там, бонус к атаке, к защите, там, тактическая атака и так далее, для улучшения необходимы такие же аналогичные способности белого цвета. Да, то есть это немножко не так, как в деталях, что там, вы собрали там, зеленых, потом из зеленых перевели в синий, потом в фиолетовый, нет. Здесь вы взяли белый навык, перевели его в зеленый за счет тех же белых, таких же одинаковых. Потом опять же взяли за счет белых, перевели там в синий, фиолетовый, золотой и так далее. Но это все относится к бонусам. А что относится вот к таким вот навыкам, так сказать, да, вот потенциал, который сейчас вы видите на экране, они выпадают только фиолетовые. То есть, ну вот мне сейчас, да, там по-своему повезло. То есть я брал потенциал из той коробочки, которая приходила в награде от разработчиков, когда были там проблемы с лабораторией. И при открытии дополнительных еще, да, то есть капсул получения этих навыков, то есть мне выпал еще один потенциал, то есть, соответственно, он тоже выпал фиолетовый, и теперь я могу открыть этот навык до золотого. Вот, поэтому просто чтобы вы понимали, что именно навыки, которые выдают определенного рода бонусы вот такого плана, они открываются только за счет таких же фиолетовых, а именно бонусы они за счет белых потихонечку собираются. Что здесь у нас происходит? Потенциал, да, вот нам на его примере. Это еще на самом деле не все. Когда численность отряда с героем ниже 50%, это изначально, да, защита атака дополнительно повышается на 70%, но это навык фиолетовый. То есть мы его делаем прорыв, да, то есть у нас, когда появляется повторный такой же, да, то есть я могу делать прорыв, подтвердить. Соответственно, дальше идет вот такой вот момент, прорыв способности. Мне нужно было сделать выбор. А что здесь у нас? Когда герой командует пехотой, лимит силы войск для похода увеличивается на 2914. Непонятные цифры для меня, честно говоря. Ну, то же самое для машинки и стрелков. То есть тут мне нужно было бы выбрать, какую способность поставить. Ну, в зависимости от того, наверное, какой герой ее использует. Ну, у меня на демоне ветра висит пока. Поэтому как бы я выбрал для машинок. Пока не очень понятно с лимитом силы для похода войск. Да. Но, как говорится, посмотрим. Дальше что идет у нас? Появляется вот такой вот значок. Там, естественно, она золотая. Вот. И есть прогресс прорыва. То есть, я так понимаю, еще 3 раза мы ее сможем улучшить. Тоже за счет таких же фиолетовых. До максимального, так сказать, уровня, и мы будем уже улучшать только вот эту вот часть, то есть тот прорыв, который мы выбрали, я так это понимаю.
Может быть, конечно, если у кого-то уже есть там получше, поправьте меня, подскажите. Но пока я понимаю именно так. То есть навык мы по-любому уже, он золотой, и там есть свои статы, он уже не поменяется. А вот эта вот прорывная способность, она может увеличиться. За счет как раз-таки, если мы еще будем вылавливать дубли и вливать их сюда. Но я, честно говоря, особо в этом смысла не вижу. Потому что если у меня еще будут такие фиолетовые, я лучше сделаю еще несколько аналогичных золотых навыков и нацеплю на других героев, чем я буду вот этот навык бустить до финала. Вот, но по сути, вот так оно выглядит. Сейчас мы зайдем в игру, покажу. Вот мы зашли на базу. Открываем наше хранилище способностей. Вот оно, видите, у меня со значком 1. То есть, я так понимаю, финал здесь когда будет 3. То есть, вот у нас, соответственно, финальный навык. 50%, ну, здесь при фиолетовом было 70, когда золотой становится 100. Ну, в принципе, как и аналогично, если этот навык поймать в лаборатории. Ну, вот оно у нас, наша дополнительная эта вот способность, которую, я так понимаю, мы можем усилять. И, я так понимаю, именно вот эта часть будет увеличиваться. Ну, то есть, если мы будем и дальше улучшать, то именно вот это вот показатель у нас будет увеличиваться. Что будет в других, конечно же, навыках, я пока не знаю. Нужно будет еще посмотреть, выловить, наверное, из этих, из магазина судного дня. Вот, может, там будут какие-то другие вот эти вот, я имею в виду статы, да, то есть не лимит силы войск, а что-то еще. Нужно будет посмотреть обязательно. Вот, но по сути, вот таким вот образом оно происходит. Поэтому если, опять же повторюсь, да, вот эти вот бонусы мы открываем за счет таких же, но белых. То есть, соответственно, да, нажимаем прорыв, мне показывает, нужно 3 белых. И я его сделаю золотым, да, здесь там то же самое. Вот, то есть не нужно делать там 2 зеленых, 3 фиолетовых, там 4 синих. Нет, здесь все за счет белых. Мы берем прорыв, вот, да, видите, одна есть, могу сейчас ее сделать. Но мне здесь очень важно просто, если вы пытаетесь поднять один навык, вот, не сделайте такую же ошибку, допустим, как я, когда у меня есть синий, я случайно поднял еще один зеленый. Ну, то есть, как бы, это нормально. То есть, я все равно там один сделаю, потом другой. Но так бы я этот синий уже перевел бы в фиолетовый и, возможно, даже потом в золотой. Вот, поэтому, ну, просто как бы не запутайтесь. Когда у вас есть вот много одинаковых, то, возможно, у вас уже где-то есть там синий или фиолетовый, на который вы там копили. Вот, но это касательно бонусов. По поводу способностей пока вот так вот. Вот, на этом у меня все. Всем спасибо. Увидимся в новых видосах. Всем пока-пока.